Сегодня 18 декабря, вторая линия. Вот такое небо над Нячангом. До Рождества меньше недели, всего 6 дней. Католическое Рождество, которое празднует весь Вьетнам. А вот до тайфуна Рай, меньше суток. Говорят, с утра придет 5-метровая волна. Все-таки этот рай, хоть он и собрался вроде бы на север, но тайфун штука плохо предсказуемая. И куда он собрался и пойдет на самом деле, мы просто увидим. Елку вот поставили около отеля Liberty Central. Стоит вот такая громадная елка. Там свет горит. Людей, правда, не видно, не видно. Нет, это персонал. Никого не видно. Но что-то там, в принципе, готов к приему. Капает мерзкий дождичек. Бегает вот такое чудо собаки. Вот, идем к морю. Ничего не открылось пока. Видите, 79 март, спа, там магазины, это рано еще. О, еще собаки на выясняют что-то такое. Детей срочно утаскивают с моря. Ну, там гуляли, а сейчас все. Не, ну, детки вон еще играют. Начинает накрапывать. Файлонской все сидит. О, сидит много народу. Мороженое работает. Елка стоит. Дети играют. Народ бешеный, быстро валит с моря, точно. Ну, потому что там, похоже, ветрюга. И когда пошел дождик, что там делать-то? Ну, вот надо, показать, что там сегодня происходит. Мне самой интересно посмотреть, поднялась ли волна, поднялся ли ветер. Пока еще можно ходить, потому что самое главное правило, если уже ураган и тайфун пришел, нужно сидеть в максимально доступном, максимально крепком из доступных вам домов и не высовываться. Пока просто дождик. Народу много ездит. 18 декабря, Нячанг.